В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, сегодня отмечали День защиты детей. За его более чем 70-летнюю историю в нашей стране многое изменилось. Однако традиционно в первый день лета главными виновниками торжества всегда остаются дети. За мероприятием во Дворце культуры Черкесска наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. Юных талантов в Карачаево-Черкесии немало. В этом еще раз убеждаешься, наблюдая за участниками мероприятия, посвященного одному из старых международных праздников – Дню защиты детей. Тому, кто в уже далеком 1950 году решил сделать мальчишек и девчонок главными виновниками торжеств в самом начале лета, стоило при жизни поставить памятник. Настолько запоминающимся, красочным каждый раз является действо, которое разворачивается перед зрителями. «2022 во многом особенный год. Главой Карачаево-Черкесии он объявлен годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Во Дворце культуры Черкесска праздничное мероприятие было организовано для 270 деток как из Карачаево-Черкесии, так и для приехавших мальчишек и девчонок из Донбасса и Луганской республики. До начала «Сладкий стол», далее чествование лауреатов ежегодной премии для особенных детей. В числе отмеченных ученица 6-й школы Черкесска Мария Насанович, которая очень любит рисовать, а в будущем мечтает стать архитектором или дизайнером зданий. Откуда берешь вдохновение для творчества? Наверное, из общения с другими детьми, художниками. Мы постоянно обмениваемся опытом, кто что для себя нашел. И смотря на чужие работы, кажется, что вот это мое вдохновение, но в итоге ты придумываешь что-то еще более интересное. В этот день подростки и их родители получали подарки от спонсоров. В их адрес звучало немало теплых слов. Желаю нашим детям счастливого детства, яркого лета и хорошего отдыха. Особые слова признательности многодетным мамочкам, родителям за заботу и внимание, за обучение и воспитание своих детей. Все говорят защищать детей, но детей нужно не защищать. Детей нужно просто любить и все свое добро и ласку передавать детям. И тогда дети вернут нам в разы больше. Концертная программа с трогательными номерами также не оставила равнодушными никого из находившихся в зрительном зале. Артур Мхце, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.